В совещании, которое стало логическим продолжением прошлогодней встречи в Астане, приняли участие представители Южной транспортной прокуратуры России и Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан. В ходе круглого стола специалисты из двух стран обсуждали целый ряд вопросов. Один из важнейших – это вопрос безопасности, ведь транспортный комплекс любой страны является потенциальным объектом терроризма. Актуальность этих вопросов обусловлена тем, что у нас имеются как морская граница через Каспийское море с Казахстаном, так и сухопутное участие наших стран в таможенном союзе тоже дает нам необходимые материалы, что ли, и необходимость саму взаимодействовать по этим вопросам. Представители транспортной прокуратуры Казахстана приехали в Олимпийскую столицу и за опытом в организации крупных мероприятий. В преддверии проведения в городе Астана в 2017 году Экспо для нас этот опыт и практика обеспечения безопасности является очень архиважным. Неспроста мы ее выбрали как раз в Российской Федерации, город Сочи. Также в ходе круглого стола обсуждали и актуальный вопрос миграции. Опыт у транспортной прокуратуры России здесь тоже есть. Как известно, из-за конфликта на Украине в южные регионы нашей страны переселились 1000 жителей соседнего государства.